Сегодня в галерее «16-я линия» открывается персональная выставка Владимира Анзельма. Владимир – российский скульптор, художник, который родился в Самаре, но уже более 10 лет проживает в Берлине. В Ростове его работы будут представлены впервые. Гелиополис, то есть сразу отсылает к Гелиополису, который был в античности городом Солнца, и в современной, как бы вот сложившейся мифологии или понимании античного мира, это вот такой счастливый, как бы утопический античный проект. То есть потом было много других социальных утопий, которые существовали в новое время, да? Но вот античная утопия, как мы ее сегодня понимаем, в действительности, может быть, она была другой. Но в нашем понимании это как бы такой античный счастливый мир. Вот, когда существовал цельный человек, тоже условное название, да? Был ли он цельный, мы не знаем, но для нас, людей нового времени, вот античная – это какая-то такая счастливая колыбель цельного гармоничного человека. Вот. Гео, приставка, указывает на то, что связь человека с геологией, с, как бы с землей и в широком смысле с натурой. То есть, если мы возьмем философов или мистиков средневековья, тех же алхимиков, которые понимали опять же, человека, включенного в космос, включенного в соприкосновение со стихиями, опять же, то, что они взяли из античности. То есть это была средневековая интерпретация античности. Да? То есть у меня же это интерпретация уже третьего порядка, да? После средневековой, как бы вот современное понимание связи человека, космоса, античности, античной мифологии и античных представлениях о счастливом обществе, да, о счастливом человеке. То есть вот это вот как бы тема моей выставки и пояснение к названию. Все природные материалы, то есть как уголь, соль, мешковина, человеческая деятельность, но она как бы тоже включена в природу. То есть если мы возьмем уголь как материал, сразу идут ассоциации с геологическими пластами. Геологические пласты и человеческая история, они имеют тоже ассоциативную связь, потому что то, что делает человек, оно откладывается слоями. Да? В археологии есть один слой, третий, четвертый. То же самое как бы откладывается и в земле. Первые слои – горевшие леса, это вот уголь. Потом идут дальше, дальше, дальше. Вот. То есть здесь соотношение как бы человеческой истории и геологической истории. Поэтому использованы природные материалы с мешками. Уже включен человек с его деятельностью, и опять же, эта деятельность как бы не прямая, а уже такие артефакты. Знаковая работа этой выставки – сердце из угля. То есть здесь опять же сопряжены несколько тем. Сердце как мифологически понимаемый объект. Сделано оно, конечно же, с помощью новых технологий. Вот. Но оно должно напоминать как раз не рукотворный, а случайно найденный объект, который, может быть, нашли в какой-нибудь, как вот, в шахте или случайно где-нибудь при раскопках
там, какого-нибудь древнего города. Вот, то есть ассоциации как раз всех моих работ должны вызывать не рукотворность, а случайность и найденность. «Череп льва» для меня тоже важная работа. Он связан, в общем-то, с Ницше, с его пониманием, опять же, античной мифологии и античного вот этого цельного человека. То есть если мы вспомним, так говорил Заратустра, у него там есть три возраста человека. Первый – это верблюд, второй – лев, третий – ребенок. То есть, ну, естественно, он там как-то их интерпретировал, что лев – это одна из важных духовных и как бы для развития человека и общества стадий. То есть стадия льва, она достаточно важна. Здесь она, опять же, дана как будто уже это не лев, а череп льва. То есть стадия прошла, череп остался, как остались старые книги от того же Ницше, там, Шопенгауэра, да? Другого писателя, которого я очень люблю. То есть здесь, опять же, идут, ну, скорее всего, поэтические метафоры. Их так можно прочитать. С другой стороны, всегда есть какой-то бэкграунд. В данном случае Ницше и, может быть, Шопенгауэр. Все три работы, выполненные на мешках, они взяты из классицизма. Представлены Рюдо, французский классицизм, дальше идет Раух, немецкий классицизм, и наш Вучетич, это советский, сталинский, постсталинский, может быть, классицизм тоже. То есть три понимания классицизма, они не соприкасаются так вот напрямую, может быть, с настоящей классикой. То есть здесь всегда идет интерпретация времени, то есть время французской революции, постфранцузской революции, немецких освободительных войн от Наполеона, ну и понятно, что Великая Отечественная война. То есть почему выполнен на мешках, что это опять же идет сравнение истории искусства и как бы история жизни человека, то есть то, что остается от его деятельности, все. События проходят, все выпадает как бы в осадок. Здесь взяты мешки, некоторые мешки, если вы посмотрите, 1898 год. То есть это как бы тоже мешки из истории. У них была своя жизнь, люди уже умерли. А от них остался, вот, может быть, какой-то песок и пепел. Да, то есть работы выполнены из песка и угля. Как бы найдены в земле случайные какие-то пятна, которые можно понимать как классицизм. Вот такая была задача у меня с мешками. Мешки – это берлинское, вообще-то, впечатление. В Берлине уголь продают в мешках. В России его грузят грузовиками, то есть привозят грузовиками. Там он продается в мешках, и мешки, они уже как бы такие всегда, если они побывали в деле, они всегда очень грязные и очень колоритные. Потом я видел старые фотографии, опять же, немецкие. После войны люди идут с мешками, и мешки тоже грязные. И тоже вот это как бы такой основной вот у них был как бы предмет, который постоянно был в деле. Вот, и он сохранился странным образом до сих пор. То есть я решил просто эти абстрактные пятна перевести в какие-то узнаваемые образы. Это как бы вот золотой век. Золотой век, поэтому в чем заключается ирония, что скульптуры выполнены как бы из золота, да? Почти из золота. Это на самом деле пирит, напоминающий золото, тоже природный камень, тоже лежит где-то в земле, иногда рядом с какими-то месторождениями других геологических пластов. Вот мальчик как бы принадлежит еще к прошлой истории, поэтому из угля, то есть... Как говорил, опять же, Ницше, да, человек должен быть преодолен сверхчеловеком. Да? То есть, ну, здесь мы имеем какие-то такие полушутливые представления о том, какое может быть продолжение после человека. И
какие-то узнаваемые фигурки. То есть, если мы смотрим на те, которые выполнены из золота, они всегда что-то напоминают. Да? Или это какие-то зооморфные формы, или это биоморфные формы, или как вот, допустим, наш робот. Это робот с детства, у которого, опять же, крылья, тут ассоциации с ангелом, да, то есть, и так далее. На стене это формы, следующие формы жизни, которые как бы еще в проекции. То есть мы не видим самих форм, мы видим только их тени. То есть, значит, можно по каким-то там признакам угадать, что же будет. И тут, опять же, идут такие шутливые интерпретации. То есть сердце, и оно прорастает цветами. Опять же, узнаваемые какие-то образы. Это сердце русской поэзии. Вот, если там можно какие-то стихи вспомнить и про пахаря, и про дом родной, белеет парус одинокий и так далее. Вот, вторая скульптурка, она напоминает ангела из Леонардо «Мадонна в гроте». То есть очень узнаваемая фигура. Здесь она трансформируется в какое-то такое вот животное. Ну и дальше идут какие-то немножко политические высказывания, что, в общем-то, политические системы или политические какие-то вот мыслеформы, они реализуются по-разному, но всегда чем-то похожи. Вот. Поэтому вот так. Это как бы мой золотой век. Это называется инсталляция из соли. То есть через трафарет я наношу как бы соляные горы, такие соляные копии. Напоминать должно немножко, может быть, пейзаж или какие-то вот такие странные соляные ландшафты. А, в общем-то, трафарет – это картина Венецианова «Жница». То есть очень известная картина – это русский романтизм. И как раз очень близкий мне художник, по пониманию. То есть был немецкий романтизм со своими векторами, и был русский романтизм вот такой крестьянский, какой-то народнический и очень-очень мне понятный. Поэтому я перевожу его в соль. Соль тоже как бы природный материал, который находится в земле, как бы соотносится с геологией или, опять же, с человеком, да, поскольку человек это использует. Выставка будет работать с 11 по 27 апреля, но в планах наших возможно продлить сроки работы выставки и на майские праздники. Это нужно будет уточнять.